Всем огромный привет, меня зовут Демьян Волков, и сегодня будет очень жесткое видео. Я буду пранковать своего младшего брата, а в этом мне поможет двухметровая шпала! Это Родион. Это Демьян. Да. Знаете, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем пранковать младшего брата Демина, вы его прекрасно знаете, это Вано. Мы будем делать так, чтобы... Да! Да! Хорошо! Молодец! Мы будем пытаться ему внушить... Внушить, да. Что он невидимый. Йоу! Мы проведем специальный обряд заклинания, где мы его накроем покрывалом, прочитаем специальное заклинание, а потом мы берем одеяло и будем притворяться, что мы его не видим. Йоу! А он будет думать, что он невидимый. Ага. Понятно. Посмотрим на его реакцию. Сиськи. Сиськи. А, да, мы сейчас сделаем заранее фотографию, потому что потом мы сделаем якобы фото, и такие, Вано, смотри, мы тебя не видим. Короче, сейчас он возвращается со школы, и мы будем пранковать. Сейчас мы будем Дему фотографировать, а потом вот эту пустую фотографию покажем Вано, чтобы он максимально поверил нам в то, что он действительно стал невидимым. Сердечный приступ случился. Типа он тут сидит, да? Да, да. Шок, лицо шок. Так, все, сел по красоте. Я испугался, да? Да, ты так, испугался. Если типа... шо, Вано уже тут сидит. Ну, по-моему, красавчик явно, посмотрите. Да-да. То, что надо. Мама родила самца! Ну что, теперь будем ждать твоего брата? Да. Через сколько он придет? С минуты на минуту. Надо нарисовать новые часы. Да-да-да-да. О, здравствуйте! А дверь кто закроет? Стой, Ивантус! Чувак, ты идешь сейчас со школы отдыхать, да? Но ты даже не представляешь, что сегодня я могу сделать тебя невидимым! Стой! Присядь, братан, присядь. Присядь на этот стул и послушай. Короче, сегодня мы будем делать магию. Скажи магия! Ты готов? Я да. Погнали. Ровно 8 свеч нужно для вызова так называемого демона Плинтуса, который будет делать невидимым моего младшего брата. Он сейчас находится вон в той комнате, в моей комнате. Мы его пригласим сюда, а здесь вы сами понимаете, да? Свечи, маска, короче, очень жесткая атмосфера. Мы надеемся, что эта атмосфера, так сказать, поможет нам внушить то, что он действительно может стать невидимым. Погнали. Сиськи! Вано! Смотри, что у нас тут такое. Как тебе? Что это такое? Это свечки. Ровно 8 свеч, чтобы вызвать так называемого демона Плинтуса. Ну, не тот Плинтус, который на полу, а именно Плинтуса настоящего. Только... Демона? Демона. Можно вопрос? Ну? Вы тут вообще с ума посходили, пока я был в школе? Чувак! Демон Плинтус! Демон Плинтус! Он может на тебя навсегда забрать, ты должен быть готов. Ты что, спишь или что? Встань, пожалуйста. Очень серьезно. Да, Плинтуса будем называть. Ну что, Родик, давай рассказывай, что это за демон Плинтус. Плинтус – это демон, который жил сотни лет назад. Он похищал детей и делал их невидимыми навсегда. Это очень старое заклинание, нам понадобилось буквально месяц, чтобы его из архивов найти. И если нам сейчас получится полностью все исполнить, то тогда ты станешь невидимым. Впервые я хочу в школу вернуться. А, да, смешно. Все печально. Это просто трагедия. Алло, проснись. Ты слышишь? Плинтус. Это не просто бог Плинтус. Я тебе скажу более чем. Если вдруг ты станешь невидимым, возможно, все люди станут тебя меньше замечать. Я этого боюсь больше всего. Ты перестанешь убирать в своей комнате и обленишься, и будешь жердобасом. Я не хочу тебя потерять. Ингардиум левиоса.
о потоке добра. Сейчас именно тот, кто должен исчезнуть, а это Вано, должен их задуть. Мы накрываем его одеялом. Одеялом. И будет магия. Магия. Сейчас Вано задувает 8 свеч, и все. Мы накрываем его этим волшебным полотном. И он может исчезнуть. Это все серьезно, ты не понимаешь! Ты точно готов? Ты пойдешь на этот контент? Это очень серьезно, Роди, это серьезно. Да, я очень боюсь снимать, даже мне это страшно. У меня трясется вишен. Как страшно, я прям обкеклась. Я свободен. Быстро колени под себя. Раз, два, три. Три, два, один. Твою мать! Он исчез! Он исчез! Я его не вижу! Ваня, тебя нет! Ваня! Ага, конечно. Скажи что-то, Вань! Ваня! Ваня, я спать! Фу, куда он делся? Ну, нет. Ваня! Да, твои ты! Братан, я его не вижу! Где он? Жесть. Ваня! А-а-а, страшно! Где он делся? А, нет, куда он пропал? Стой, 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 стой! Сфоткайся, сфоткайся с ним! Ваня, если ты тут, подай какой-то знак! Керкуль, да! Сядь! Ваня, если ты меня слышишь, сядь на диван! Сядь на диван, стой! Стой! Давай! Стой! Стой, сфоткайся с ним! Сфоткайся! Сядь! Сядь! Ваня! Сядь! Ваня! Сядь! Я хочу попробовать сфотографировать! Ваня, если ты нас слышишь, подай сигнал какой-то, Ваня! Он здесь! Чувак, он здесь! Он здесь! Он здесь! Все, я сфотографирую вас! Стой! Стой, Демьян, сядь! Сядь! Я сфотографирую вас! Смотри! Смотри! Ваня, посмотри! Если ты думаешь, что это шутки, обрати внимание! Мне телефон зарубится! Руки тянутся сами! Фотографии листаются, братан! Он здесь! Руки, Вань! Я тут! Такого просто не может быть! А что произошло? Я не знаю! Где он? Он реально исчез! Его нету! Офигеть! Я его не вижу, вещи летают! Мужик, может, телефон летает, посмотри! Посмотри, телефон сами летает. Стай фотографии! Капец! Чувак, где ты? Братан, где Вань! Я тут! Охренеть, мать твою! Посмотри, это моя фотография! Телефон сам тупо летает в воздухе! Забери его! Чувак! Я не знаю, что делать, братан, это просто жесть. Мне надо с ними как-то связаться. Я знаю, как с ними связаться. А если я его никогда не смогу вернуть? Это капец, кто мне будет мозги вынуть? Дверь открылась! Дверь! Смотри, дверь сама открывается. Он где-то здесь. Вань! Ящик, нет, смотри. Он хочет что-то нам написать. Ребята, я тут. Чувак, он здесь. Надо найти в интернете заклинание и вернуть его как-то. Мне кажется, надо сделать то же самое. Надо его просто накрыть, и он вернет. Ну давай примерно скажем хоть что-то. Смотри, что он пишет. Мне страшно, помогите. Помоги мне! Помоги! Чувак, помоги! Братан, это какая-то х**. Ваня, иди сюда, сядь. Сядь в кресло. Сядь в кресло. Давай, повторяем. Срочно. Кресло шевелится, он здесь. Пока он здесь. На, быстро, накрой его! Верните меня назад! Накрой, если ты меня накрой. Слышишь! Если ты меня давай слышишь! Крестись, ты православный! Крестись! Накрой его! Накрой! Раз! Два! Три! Я слышу какие-то визги! Считай до трех! Раз! Давай! Подожди!
Ани! Ильяльди Валибиоса! Укурис Припано! Амара Китапна! Ваня! Он появился! Ваня, братишка! Я думал, ты пропал, братан. Он жив, с тобой все в порядке. Отлично вообще. А что с тобой было? Ты проходил сквозь стены. Что случилось, чувак? Расскажи им. Я стал как будто невидим, вы меня не видели. Сначала я в это не верил, а после этого я захотел с вами связаться, дал вам понять, что я тут, так что не было страшно. Ваня. Мы пошутили, мы тебя видели все время. От самого начала это был розыгрыш. Ты был видимый. Вань, не гони, братан. Мы пошутили, успокойся. Да. Ну прости, но смешно же было. Чувак, там мои вещи. Они твои. Куда ты пошел? Я понимаю, что твои. Ваня, стой. И на этом наш ролик заканчивается. Сегодня мы пранканули моего младшего брата. Вань, скажи о сегодняшних впечатлениях, как тебе? Ты реально поверил в то, что произошло? Замечательно! Стой, чувак! Я на вас еще отыграюсь. Рой, как ты думаешь, у нас получилось сегодня пранкануть моего младшего брата? Это был офигенно, это был самый лучший пранк, который я знаю. Потрясающий! Ребят, подписывайтесь на наш канал, а также на канал Родика, ссылка будет... Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И до новых встреч. А подписывайтесь также на мой канал. Ну, короче, Вань, ты лошара сюда. Я на кусочек грязь. Ты сказал! Да, ты сказал! Я поставил лайк тут, я поставил лайк тут, я поставил лайк тут, написал комментарий, я поставил лайк тут, я поставил лайк тут, я поставил лайк тут, написал комментарий.